встречаются два боксера, которые приезжали со сборов. Приехали, разъехались по домам. Потом встречаются тяжеловес и легковес. Тяжеловес говорит, прихожу домой, любовнику жены. Я ему раз и в нокаут. Легковес говорит, я тоже такая же ерунда, прихожу домой, любовнику жены. Я ему раз справа, раз слева, раз справа, слева. Чувствую, по очкам выигрываю. А что за песня? Лыжи на старте стоят. Зря я без лыж побежал. Слышится тренерский мат. Я итальянца догнал. Я итальянцу кричу, но чтобы лыжню уступил. Хлопнул его по плечу, не рассчитал и убил. Американцам кричал, ну чтоб пропустили вперед. 10 минут им орал, после достал пулемет. После я немца догнал, думал его обогну. Он, как меня увидал, в лыжах залез на сосну. А пусть когда японцев догнал, то не ударил, не пнул. Чтобы не лезть на скандал, просто их перешагнул. Кончил я финишный спуск, все 3 медали собрал. Их никому не дадут, я ведь один добежал. Спасибо.